Многие спрашивают, как настроить его по Wi-Fi сети. Все просто. Выводим из сна. Заходим в менюшечку. Вот. Звездочка в голове, это вход в меню. Так, теперь все просто. Клавишами вверх-вниз, вот спускаемся, настройка сети. Окей. Вот наш тип подключения. Выбор беспроводной сети. Нажимаем ОК. Тут выбираем либо проводная сеть, либо беспроводная сеть. Вот выбираем беспроводная сеть. Настройки применили. Теперь настройки беспроводной самой сети. Вот. Заходим вот сюда. Выбор точки доступа. Вот, он сейчас найдет все точки доступа. В нашем случае вот наша точка доступа. Выбираем, вводим пароль, ну как вот на вашу точку Wi-Fi доступа. Все, он в сети. Далее скачиваем драйвер. При настройках драйвера выбираем у нас принтер беспроводной, он его подхватывает и спокойно себе работаете.